Наконец-то, дата выхода Линга. Разработчики продолжили менять фашу. Новый облик Франка. Изменения в магазине фрагментов. Изменения в дополнительных навыках. И запускает еще один конкурс с шикарными призами. Мур, привет, друг, это Зверько, и новостной выпуск 1.4.20. Наконец-то, дата выхода Линга, 2 ноября. Он будет стоить 599 алмазов со скидкой 30% в первую неделю, или 32 тысячи БО. Добавили на тестовый сервер нового АДК Ванван по кличке Ваван. Подробный обзор у меня на канале. Разработчики продолжили менять фашу. Теперь она, вне боя, превращается в птицу и получает ускорение к перемещению на 20%, и также перелетает препятствия. Теперь первый навык наносит урон, замедляет и навешивает метку. Если колдануть по помеченным противникам, они получат обездвиживание на 1.5 секунды. Второй навык остался прежним, и ульта с тремя зарядами, где третий удар будет с бонусным уроном. Но более подвижной фашей играть интереснее. Хорошая доработка. Новый облик Франка, Кошмар полей, будет стоить 749 алмазов и будет доступен с 22 октября. Прикольный облик, но я бы предпочел на другого персонажа. Дальше. Облик на Ангелу, визжащая кукла. Также будет стоить 749 алмазов, но доступно с 29 октября. Новый облик Зодиака, Скорпион, будет на Хелкарта. Скорее всего, будет доступен с 24 октября. Изменения в магазине фрагментов на 15 октября. Премиум облики. Уберут Хаябусу, добавят Франко Локомотив и Бруно Элита Футбола. Редкие облики. Уберут Роджер Анубис и Сан Боевой Будда. Добавят звездный облик Ланселота и Чу Хип-Хоп Парень. Фрагменты героев. Уберут Валира, Хуфру, Акая, Люнакс, Ланселота, Селену, Хаябусу и Эсмеральду. Добавят Алдоса, Хелкарта, Франка, Ангелу, Грока и Ритель, Москова и Лесли. 15 ноября добавят новые статуи Нагатота и Грока. Чуть-чуть изменений героев. Лейла. Оптимизировали отображение базовой атаки. Горд. Второй навык. Уменьшили магический бонус с 30 до 20%. Ульта. Срезали замедление с 30 до 20%. Чё-то лишка хватили они с Гордом. Хаябуса. Пофиксили баг, когда ульта не наносила урон. Изменения в дополнительных навыках. Огненный выстрел. Увеличили базовый урон. Был 250-350, будет 350-490. И увеличили область поражения на 25%. Этот навык становится действительно опасным и удобным. Отмщение. Увеличили конечный процент исцеления. Было 30%, будет 35% от нанесенного урона. И обещали пофиксить баг с двойным отмщением. Исцеление. Буду называть по-старому, чтобы не путаться. Также увеличили процент исцеления с 2,5 до 2,8 за тик. И это еще не все. И запускает еще один конкурс с шикарными призами. Что нужно сделать? Первое. Быть подписанным на мой канал. Второе. Подписаться в игре на И. Вот скрин с его ID. Третье. Перейти по ссылке на видео от И. Называется «Эволюция бабушки Кагуры». Подписаться и на его канал тоже. Четвертое. Оставить в комментариях «Эволюции бабушки» свой игровой ID. Но тут придется побороться с антиспамом Ютуба.
оставляй ID в форме emoji или сначала напиши какой-нибудь осмысленный текст коммента, а внизу ID. Пятое. Ждать результатов. А результат – это приз «Облик» ценой в 800 алмазов для 3 победителей. А теперь пики героев, которые скоро будут анонсированы. Пиши в комментариях, как тебе реворк Фаши, и подписывайся на канал. Удачи, друг! ようこそガレックの城へ。 この拳は全てを破壊する。 I rule what I see through my scope. Мертв отряд, они жив, чтоб победить, что любовь.